Удешевить контрактное обучение несложно, говорят налоговики. Чтобы оформить скидку, нужно принести в местную налоговую личные документы и две справки о доходах с работы и о сумме контракта из вуза. Если студент не работает, скидку могут оформить родители. Если же он официально трудоустроен, позаботиться об экономии может сам. Схема подсчета налоговой скидки не самая простая, но примерно понять, сколько денег вам вернет государство, можно, вычислив 15% от суммы контракта. Допустим, в год вы платите 10 тысяч гривен. Тогда ваша скидка будет 1500. Ни много ни мало, полтора месяца бесплатного обучения. В вузах говорят, несмотря на простоту оформления документов, за справками для налоговой скидки учащиеся обращаются нечасто. Мало я подписываю таких, там же справка должна быть. Ну, я не анализировал специально, но редко, очень редко. Ну, я не помню, ну, может быть, 5 я подписал за прошлый год. Ну, может быть, 10, ну, не больше. Контрактники говорят, скидка – дело выгодное, но слышали о ней далеко не все. А налоговой скидки для... какое-то пособие для каких-то определенных групп населения? Студенты не платят, не являются плательщиками НДС. По крайней мере, я не пользуюсь. Ну, мы за контракт платим и все. В то, что студенты о возможности экономить не знают, в налоговой не верят. Приводят статистику. Почти 6 тысяч учащихся вузов Харьковской области подали документы на компенсацию. Да и рекламируют скидку налоговики как могут. С января месяца мы в прессе везде выступаем. Большие рекламные акции проводятся. Даже вот у нас в этом году в метро были плакаты. У желающих оформить налоговую скидку за прошедший учебный год еще есть время. Документы от студентов налоговики принимают до конца года. Лидия Калинина, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».